Ребята, всем доброе утро. Боже, тут столько снега, просто такая зимняя улица, такой зимний частный сектор. Я такая счастливая, у меня уже такое новогоднее настроение появилось. И сегодня хорошее настроение, солнышко. Я люблю, когда снег и солнце. И несмотря на то, что я вот иду, я уже второй троллейбус пропускаю, у меня все равно остается хорошее настроение. Так что я иду на учебу. А я стою, короче, на остановке, никого нет. Жду. Все в снегу. Снег. Вот он так блестит, люблю, когда он блестит. Ой. А, еще, кстати, дописали мы все вопросы. Два вопроса нет. Мы сегодня подойдем к учительнице, узнаем эти вопросы, потому что их нигде у нас нет. В интернете мы искали, там вообще бредете на полнейшее. Ну, кстати, на многие вопросы мы, когда она нам задает типа домой что-то готовить, она задает только то, что есть в интернете, потому что реально большинство вопросов просто невозможно найти. Короче, ужас. Два варианта. Либо Настя курица и сама себя облизывала и полный рот перевернула. Я испугалась. Либо Настя курица такая. Либо Ростик петух, у которого полон рот перьев. Ну, типа, логично. А я думаю, что это не такая, типа, забава с перьями. Понимаешь? Игра такая. А, ты сегодня с перьями или нет? Да, давай, мой милый. Покажи, пожалуйста. Я покажу, но во влоге тоже увидишь. Море и рубиновый закат, где снег. Мира. Это ж чисто снег. Усп. Она такая приторная. Это не с камерой проблема. А, я ничего не вижу. Ой, это тоже последняя, да? Это моя фирменная жижка, я ее подорвусь. Она мне очень нравится. Да, я оценю по достоинству. Я самый любимый. Обожаю его. Вот это? Боже, какой запах. Боже, как пахнет вкусно. Даже с каким-то арбузиком. Да? Я вот... О, так у меня просто есть мята и арбуз. Типа жижка я покупала. Мята, арбуз и драгонфрут. Ну да. Вот это круто. Вот это мне Таня. А ну, скажи, какие там вкусы есть? Там есть вкус СТС. Очень странное название, но там клубника, киви и кокосик. Ага. Потом есть второй вкус. Он называется летний лимонадик. Там клубника, персик с кислиночкой. Вкусный тоже. Потом есть бабушкин... Пирог. Очень по бабушкиному рецепту. Она сама делала. Очень вкусный черничный чизкейк такой. Есть фирменная жижка Cold Cloud называется. Она с мятой, арбузиком и драконьим фруктом. Очень вкусно. Ссылка в описании. Блин, не свети мне, Саша. Просто посмотрите, сколько дыма. Реально. Ладно, не буду трогать этот. Да.
мальчик. Боже, сколько дыма. Кто перданул? Чего так, так страшно? Ну фу, ну не делай так. Глаза болят. Это... Пончик. Не знаю, мне не нравится. Он мне вообще напоминает по вкусу бабушкин пирог, только без черники. Честно. Атмосфера. Вот у меня было в комнате раз я просто. Ты говоришь, это у тебя так каждый вечер? Ну уже меньше, потому что папа что-то начал ругаться. Странно. И он такой типа за его. Ладно, я выключу, потому что сейчас мне авторские права нарушают. Тыры-пыры. Даня, Дань, а у тебя такой пока 4 вкус? Да. Да? Когда будет еще? Не знаю. Пока 4. В ближайшее время будет 4. Но может, заказы... после Нового года будет больше. Заказы можно делать по этим 4 вкусам, да? Да. По сколько? Ну, вообще по 65-30 миллилитров. Ну, так норм цена. Для Ириного канала можно по 60. Для моих подписчиков, которые сделали этот... Господи, как это называется? Как это называется? Когда, знаешь, типа, программу надо ввести, и тогда, типа, тебе это... Реферал? Ну, как реферальная ссылка, да, но промокод? Это... Вот, промокод Иришадей. Да? Да. Все. Короче, ребята, вам будет скидка, если вы ему скажете, если вы ему на лбу введете промокод Иришадей. Да? Да. Да. Выключи. Боже, это так... У меня Андрей постоянно так реагировал вначале. Типа, я сначала снимала, а потом он такой, выключай, выключай. Вот я не люблю, когда меня снимают. Это так неловко, неловко вообще, неловко. Вообще неловко. Разве после дачи тебе еще неловко? После дачи, ну, как-то... Еще больше стало? Да. Я уже знаю это относительно. Господи, как можно с ними смотреть фильм, когда один постоянно все комментирует и говорит, что произойдет через секунду. Второй мне говорит, все будет хорошо, он тебя обманывает. И дымит в экран. Че ты ржешь? А ты вообще снимаешь во время фильма, это нормально? Да дывать ты смелимся. Смотри давай. Мы... Что за фильм, блядь? Заклятие второе. Мы смотрим Заклятие вторую часть. Не... Короче, мы посмотрели Заклятие. Андрей, тебе понравилось? Что я должен здесь отвечать? Ну, насчет фильма сказать, тебе понравилось Заклятие или нет? В принципе, понравилось. Данич, тебе во второй раз понравилось? Да, нормально. Вы просто под пледиком не лежали. Да? Короче, я еду домой сейчас. Взяла на пробу, короче, жижу у Данича. Я сегодня обкурюсь, как сказала моя мама. Я приехала домой. Сейчас выгуливаю собаку, как обычно, вечером. Фух, надо дописать последний вопрос и все, и скинуть Кате, она нам его распечатает. Нам еще и по вариантам дали. Все шикарно. Так. Что еще вам сказать? Больше ничего сказать. В принципе, все. Буду сейчас заниматься этим. А потом посмотрим, может, какой-то фильм посмотрю. Я, короче, это... Что я сделала? А, я закончила делать фигню вот эту. На контрольную сделала все. И смотрю влоги. Сейчас буду, короче, монтировать свой влог. Заказала только что себе чехлы на этом, на Али. Заказала себе еще такой с ушками, котиком. Он мне пришел. Сейчас покажу, какой. Вот этот. Он такой, типа,
как бы фиолетово-бордовый, короче, что-то как бурячок, пурпурный, вот. Заказала себе этот с ушками котики и заказала себе мамдемсик, стич. В общем, разные заказала, чтобы не надоедали. Буду менять. Так что вот такие вот дела, ребята. Ой, вот это я села. А еще у меня уже, короче, начинают высыхать розочки. Я решила их сохранить. Мне нужны такие розочки потом. Засохшие. Красивенько засохшие, засушенные. Потом буду их сейчас в коробочку складывать. И потом буду помыть. Мика, что ты роешь? И Мика там у меня, короче, залезла в кровать и роет, и роет. Меня так бесит, когда она просто роет непонятно что. Ой, короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.